Всем привет, ребят, с вами я, Фёдор и... Юкс. И я не сменяю название канала, конечно, но... Но всё-таки Кьюкс будет звучать лучше. Кьюкс так и остается, не бойтесь, если что. И сейчас... Так, стой. Видосик просто себя Кьюкс будет называть. Хорошо. Бери красную штучку и начинай поле вспахивать. В смысле, культивировать. Я понял. А я буду тогда собирать пшено. Пшеницу, точнее. Но это другое. И да, мы решили попробовать переснять фарминг-симулятор по сети. Потому что он тогда вам понравился. Очень понравился. Первая серия, по-моему, 320 просмотров уже набрала. Но не факт, я не помню. Но точно больше 290. За это вам огромнейшее спасибо. Спасибо, что смотрите. До сих пор смотрите даже ее. Мы, кстати, кто сидит в телеграме Федора, если что, ссылка в описании. Ну да. И там вы видели, или может увидите, когда перейдете, там лежали пистолеты. И он там говорил, какой, что мы снимаем. Ну. А снимаем мы, кто не увидел, кто не слышал, снимаем сериал. Сняли уже, отсняли. Да. Он смонтирован. А какой сериал, попробуйте догадаться сами. Я главный монтажер. Конечно. Ну давайте я ускорю процесс, как мы собираем пшеницу, потому что это не очень интересно. Вот последний ряд мне остался собрать. Серега почти что допахал поле. И я думаю, уже можно будет отвозить пшеницу на какую-нибудь приемку, где она будет дороже всего стоить. Допахиваем. И готово. Все. У тебя готово? Да, у меня готово. Аккуратно надо подъехать. Давай, сыпь. Понял. У меня 99% пшеницы. Сейчас я загружаю еще 1%, который высыпется отсюда. И довезу его. Я все. Ой, везу, значит, ближайшую станцию приема, это дом называется она. У меня ролик не выйдет, я не снимаю. Там по дефлению удастся один ролик снять. Но все равно, Серегу я отмечу, оставлю ссылку в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Песни там прям актив поднялся. Ну да. Смотри, прям восьмерочка. Да. Только тут следы не так долго остаются. Так можно было какое-нибудь имя даже не писать бы. Можно. Деньги прибавляются потихоньку. Ну как потихоньку. Плюс 15 тысяч. Неплохо. Хорошо, так позаработали. Все спахли. Так, хорошо, давай тогда. Можешь пахать следующее поле, а я это поле засажу. Или можно наоборот, я буду поле пахать, ты будешь засаживать. Давай я засажу. О, давай робота поставим засаживать. Окей. Или пахать. Засаживать лучше. Да, ты знаешь, иди поле пахать по своему фирменному способу, а я буду за тобой наблюдать. Так, все, тогда бросаю прицеп. А какое поле пахать? Второе. Где комбайн и я? Наверное. Да, правильно видишь. Потом как-нибудь после съемок поизучай чуть-чуть карту. Да нет, я изучил, не знаю. Давай, сядь, ты сможешь. Если что, буду засаживать рапс.
У меня даже тело появилось, надо будет кое-что сделать потом. Я вам скажу, что я этот сериал. А какой канал сериал? На Федоре Серега. Вот так. И? Что ты сказать по нему хотел? Ой, главное сейчас вспомнить. А, вспомни. Я монтировала это все. Я же сказал, что я главный. Монтировала я это все. Часа два, три. Тем более ночью монтировала. Ночью, да, ну часов, что ли, не спал. Да. За это Сереге точно лайк, за то, что он не спит ради того, чтобы... смонтировать. Чтобы вы посмотрели серию побыстрее. Но там, я вам скажу, мне музыка понравилась, музыку я брал. С интернета, собственно, на самую музыку не очень, конечно, пишу. Тем более для фильмов. Да, кстати, потом у меня даже идея такая есть, все эти серии объединить в один большой фильм. Это моя идея. Ты предлагал такое? Да, во время съемки. Знаешь, что у меня голова тоже, ну, тоже не варит. У меня, кстати, сейчас глаза болят немного. Ну, как много? Много болит. Так, прогресс робота. А, ну, робот пашет. Точнее, засаживает. Пашет. А, пашет Серега у нас. Его фирменный способ называться будет, короче. Если что, Серега, способ Сереги стоит очень дорого. Авторские права на него тоже наложил, так что не крадите. А то иначе мы подадим на вас жалобу. Пашите как я. А лучше отдыхать, а не пахать. Ну ты сейчас сидишь, отдыхаешь. Ну да. Просто засаживать такие машинки неудобно. У меня, конечно, есть одно дело, но мне нужен трактор для него, поэтому... А у нас два трактора в действии. На одном ты гоняешь, на другом робот гоняет. Угу. Хочу свиней продать. У тебя свиней? Ну, тут изначально дается 5 коров, 5 овец и 5 свиней. Вот коров с овцами можно называть, а овцы... Ой, свиньи, они только приплод дают, то есть у них нет ничего. А коровы производят молоко, овцы шерсть. Потом выгодно будет, ну, не выгодно, но просто можно продать свиней. Заработать с них лишние 1008. Так, думаю, лишнее даже пригодится. Робот плохо пашет, мне не нравится это стоять. И не робот, не пашет, а сеет, точнее. Ой, да. Мало площади задействует, поэтому сам все буду сеять. Ну, сейчас минутка, сейчас 12 часов, конечно. Ну, да. Но... Блин, я монтировал до 2 часов ночи, да? С 10 получается? Да, с 10. До 2 часов ночи. 4 часа, что ли? Нет, да. Ну, получилось мало, но там очень проблемы со временем. Ну, Федор еще не видел, что там получилось. Как-то. Пока что это видел только Серега. Хотя снимались там 4 человека. А это даст полет небольшой. Одного человека можем оставить в сами. Райан Серков. Он тоже снимал. Да. Согласен, я, наверное, оставлю в описании его канал. Потому что он развивается. Он, конечно, еще маленький, но... Он, да. Почему? 8 годиков? У него один видос залетел там вообще. А за не 8 годиков ему? Так что приходите на канал, подписывайтесь все-таки. Почему бы и нет? Поддерживайте маленького человека. Хотя бы лайком. А лучше комментом и подпиской. Это самое лучшее, чем можно поддержать. Угу. И мой у канал, нет, и серию. У него нет микрофона, ничего. Качество звука плохое. Не монтирует. Монтировал у него я. Да. Как вы, наверное, можете догадаться, я иду играть. Сейчас будут следующий ролик, как какой-нибудь собачка любит спать. Тайны семьи Сереги. Буду искать всю твою родословную. Кто это вообще собачка любит спать?
Да я тоже не знаю, но что-то он в последнее время не активит. Потому что просто я ничего не выпускаю. Он про тебя вообще какие-то ролики выпускает. Почему он не назвал там? Поэтому не понял. Или почему он не назвал какой-нибудь Слив ТВ Федора. Федора ТВ. Как у всякие там Morgan Family есть всякие, еще Егор Крид, что-то такое там подобное. Ну ладно. Сейчас тем более он ничего не скрывает, потому что я секретничать побольше стал. Или потому что треков не делаю. Ну, там сами уже догадываетесь. Как Слива находит? Может, он какой-нибудь хакер, там чаты есть? Ну, в теории. Возможно, даже, типа, там же шифрование есть в Телеграме. Если не включить его, то, в принципе, наверное, возможно, как там залезть в чат. Ну, в Телеграме мы там переписывались нормально. Да, я даже с ним переписывался в личке как-то. Было дело. Какие красивые узоры. Так что они пропадали? Что, не добахал до сих пор? Добахал. Неплохо. Так, я засаживаю. Тогда смотри. Бросай этот культиватор. В принципе. Он там досеял, нет? Сеет еще. Ну, сейчас я сел за него. Бросай там культиватор и это, пожалуйста, мне отдай эту. Трактор этот. Я сейчас вот этот вот загон. Ага, хорошо. Загон. Сейчас я пока что почему батуш скажу, чтобы другое поле уже начал засеивать. Серёг, побольше можно снять, в принципе. Время не ограничено. Угу. Все, засеял. Сейчас будет второе поле сеять, будет робот. Все. Все, переключайся на трактор другой, на котором сейчас я еду. Посмотри просто. Сейчас. А потом можно наблюдать за мной, в принципе. Все, наблюдай за мной. На другом тракторе уже. Вот он. Наблюдаешь? Угу. Я надо вести. Фу, свиней вести. А, их в этой штуке вывезти? Ага. Это прицеп. А как охотник вести? Ну, сначала приехать к свинарнику. А где? Ну, можно карту посмотреть. Там свинья нарисована такая. А я помню по памяти. А, там овечка вот видишь. Овечка-то рядом с нами, а свинарник вообще в правом углу карты. Верхнем. Я думаю, наверное, справа находится, на нашем сейчас. Нет, там находится коровник и этот овчарник. Какой овчарник? А. Не, овчарник это как будто собака-овчарка. Ну да, овчарник. Загоны овец, баранник. Идеальное название. Сейчас мы доснимем серию, и я покажу ему. Вот, забираем свиней, погрузим. Погрузили, забрали и уезжаем терек продавать. А куда их продавать надо? В зоомагазин. Можно на карте поискать. Он... Ой. А рядом с нами чуть-чуть левее. Типа, ближе к левому нижнему углу, но не прямо в левом нижнем углу. А, да, вот. Корова нарисована, идея. Да. Можно даже, хотя нет, рано еще покупать овец больше. Но нам нужно... Пока нам их же как-то надо стричь, нет? Нет, они сами. Что с ним? Надо им траву косить постоянно. Косить траву. А это надо на отдельном поле расти. Ну да, но трава у нас есть. Поле травы изначально тоже дается. Чтоб как-то они жить могли. Ну да. Так сначала овцы сейчас ничем не питаются, потом мы их сами начинаем кормить. То есть сначала траву косим, потом ее, получается, собираем. Как ее? Жатками, да. В рядочки такие. А потом эти рядки собираем самонагружающимся прицепом. Понятно. Даже мини-карту себе открою, чтобы посмотреть точно местоположение. Вот оно. Я почти что приехал. Вот у нас было сейчас 40 тысяч. Сколько осталось, я сейчас продам. Так, это магазин. 51. 46, а, 50. В итоге заработал 11 тысяч, получается. Приятно, бонус. Пока что не вижу смысла развивать свиней. Только потом. Ну, сейчас засеет там
поле. Сейчас посмотрим. Сколько ему осталось еще? Много еще, конечно. Он только половину поля засеял. Ну тогда ладно, давай заканчивать, потом за кадром он засеет, чуть-чуть вырастим, чтобы вы не смотрели процесс вырастания, и он не занял 10 минут ролика. Вырастим, а собирать уже будем в следующей серии. Все, ставим прицеп по феншую, по красоте. Новое место поставим ему здесь, только надо красиво поставить его прямо. А у тебя есть паблик в ВК? Нет? Нет. У меня есть, но не все об этом знают. И я там ничего не выкладывал. Я выкладывал, не помню. Он даже Молев называется, по-моему. Ничего себе. Старый ник. Вот. Ну да. Ладно, ребята, спасибо вам за просмотр. Это был... Подписывайтесь на телеграм-канал. Да. Подписывайтесь на Серегу, подписывайтесь на Рансер Топа. Ставьте лайки. Всем пока.